Ну, так чуть-чуть. Лежим. Блин, ты что не фокусируешь-то? Ага. Розетка, блин, одна начала подыскривать. Бумажек. Это очень плохо. У меня взорвала квартиру светлой, видишь, из-за этой розетки. Так оно так... Держи. Маленько работала прямо вот какой-то... У меня несколько раз, а маме боялась сказать. Ничего не заделать. Я уже поняла, что это чудовище. Я вот тогда нам где-то когда-то я сказала, или они сами заняты. Ну, я долго меня сжимал. Охренеть. А нам дед тогда провел вниз выключатель в ванну. Когда на лето ездили. И он током бил. То есть этот выключатель включаешь, а он этот током иногда шарахает. Он отметелил, говорит, нехай лезть к этим мальчишкам, чтобы не драться с ними. Она же прижала, что мы с мальчишками делимся двое. Постоянно с этой тряпкой бегала их. А тут она прозевала, я пришла, получается, в дом. И вместо комнаты пошла в ванну реветь, по ее мнению. От мальчишек. Обида от мальчишек. Даже не может быть. Потом, когда я успокоилась, ты говоришь, ну, током ударил. Плотенцкого пошел получать дед. Сколько раз я говорю, что ты нормально сделаешь. У него откуда окошечко? Тебе в детстве прилетало ни за что? Мне кажется, Таня вообще ничего не прилетала. Мне тоже кажется, я сейчас подумала, что вряд ли. Ну, Таня настолько прям положительный ребенок. Нет, ну слушай, видишь, за Таню, Таня чем-то современнична. Сама же грохнется, сидит ревет, мать меня тоже тут же метелит. Да, тут надо выбирать. Либо куча ненужных историй. Либо много увлекательных смарт. В конце концов, бумеры тоже люди, но сейчас уже с ним Ну, я такая довольная, я очень благодарна. Она пакость сделает, треснет мне, сама же куда-то влепится в какой-нибудь косяк, пока бежит, может, не будет за ней. Мама прилетит, мне треснет, а я сам довольно так сильнее треснула, чем мать. Это лежит там у меня. Короче, друг другу тумаки только передавали, и все. Так поняла. Уже в косяк влепилась, лежит шишки у меня тогда. Говорите.
30-33, да? 926-816-30-33. Как вас зовут? Ну, так и вижу. Смотрю, уже для сюда. Хорошо, ждем вас в 8 сегодня. Опять у тебя почти каждый час попили. Подожди сейчас. Лера, ей надо сказать, чтобы она уши полечила. Ты клади на салфетку, будет демонстрация. Сейчас. Потом кого кушать. Ну, видишь, прям лапкой аж все щешется. Закупила такое. Ага. Лещевого.